Всем привет! Привет! Куда мы идем сегодня с Машей? Лепить снеговика. А кого мы с собой берем? Гафи. Вот, Гафи. Я думаю, Гафи не против побегать на улице. Угу. Гафи, пошли, пошли. Вон, кошечка тебя провожает, видишь? Пойдем, пойдем. Снег точно липкий? Давай проверим. Попробуй слепить что-нибудь. Давай. Да, липкий. Гафи, ты рада? Ты рада, что снег липкий? Ну вот как? У меня уже какой снежок получился. Ух ты, уже большой. Гафи тебе помогает? Да. Красивый. Но надо еще большой. Больше. Тебе помочь? Да. Вот это да, вот это ты лепишь хорошо снежок. А я думала, его надо аккуратно лепить. Так тоже можно. Вот это вот вообще по-мастерски лепят. Но этот снежок, он не маленький, точно. И так продолжаем, пока большой не слепим. Он уже большой. Это еще маленький. А я могу находить большие кусочки и прилеплять надо к моему снежку. Да, так тоже можно. Вот у тебя уже большой. А еще знаешь, как лучше? Вот так его кати и в снег вдавливай чуть-чуть. Смотри, вот так катишь, и в снег его туда надо вдавливать. Вот так. Тогда он облепляется снегом хорошо. Вот, молодец. Поставь его сюда. О, нет, маловатый. Он должен быть в половину от этого размером. Вон, Маша, смотри, наверху что творится. Снежные сосульки. Снежные сосульки, да. Да, такого я еще не видел. Я тоже. Это лед, это сплошная масса льда. Представляешь? А, это даже не снег. Ну что, Маша, нам хватит такого снежка для основания? Ну, я думаю, хватит. Да, а то мы его уже вдвоем с трудом катим. Давай его покруглее сделай, Маш. Вот давай. Здесь, где ямки, их надо залепить вот так. Гафи, как тебе наш снеговик? Да, ей понравился. Ну что, вот такой комочек на среднюю часть пойдет? Ну, он какой-то даже как большой. Да, по-моему, мы перестарались. Угу. Он получился такого же размера, как и маленький, нижний, да? Угу. Мы его сейчас чуть-чуть уменьшим. Как? Вот так. Я думаю, пойдет. Я тоже. О, теперь осталось голову. Какая голова пойдет? Ну-ка поставь, посмотрим. Что-то голова слишком маленькая. Тебе не кажется? Надо побольше ее сделать. О, как вам такой снеговик? Нормально? Так оставим, да? Снеговик Гафи. А вот такой снеговик вам нравится? О, Маша не какой! Не могу поднять. Маша такой слепила, что теперь поднять не может, да? Такой пойдет на голову? Вот такой? Да. Я думаю, пойдет. Сейчас мы ее должны чуть-чуть уменьшить.
а то голова будет слишком большая. Да. Оп, получилось. Хорошо. А где мы камни, вопрос, найдем? А мы что-нибудь другое возьмем. Для глаз возьмем какие-нибудь крышечки. Давай. И потом рот надо еще сделать. И нос, морковку надо принести. Морковка. Смотри, Маша, я нашел, из чего мы глаза ему сделаем. Рот. А рот из чего-нибудь другого. Один глазик, а вот другой. Он будет у нас со слезинкой. Он будет плакать из-за того, что скоро весна придет, а он плачет из-за того, что скоро он растает. Маша, мы назовем этого снеговика Волли. Волли? Помнишь робота Волли? Мультик про робота этого, помнишь? У него глазки похожи на того робота. Грустненькие. Так, смотри, вот мы возьмем проволочку, это будет рот его. Оп. Ничего себе улыбка до ушей. Она должна быть не улыбка, а грустность. Грустность? Да, потому что он плачет. Ладно, сделаем грустный рот ему. А вот это будет его нос. Да, нос. О, вот такая у него получилась мордочка. Сейчас мы здесь сделаем дырочку для носа и поставим туда морковку. Катать снежки — это было самое сложное. Да, самое тяжелое. Угу. Вот нос такой же получился. Ему еще руки не хватает. А, давай руки сделаем, да? Да. Из чего сделаем? Из веточек. Красота, да и только. Не только красота, но и вкуснота. Вкуснота? Просто морковка вкусная. Ты хочешь отгрызть морковку? Да. Ладно, пойдем, дома у нас есть морковка хорошая. Не надо нос снеговика съедать, ладно? И вот мы еще решили снеговику веник дать. Чтобы он красивее был. Он будет здесь прибираться у нас во дворе. Пусть трудится. Мусор убирай здесь. Понял? Чтобы здесь все вычистил. Понятно тебе? Че, Ночка? Как тебе? Снеговик нравится наш? Иди посмотри, какого мы сделали. Надо ее почистить. Да. Так, берем снег. И вот так. О, ей очень понравится. Да, Ночка? Ночка, ты что, загораешь? Вот, теперь отряхнем этот снег, и ты чистая будешь. И мыться не надо, да? Ой, молодец. Ой, молодец. Пошли. Ночка и Гафи гуляют вместе. Ночка так запыхалась бегать. На ней аж весь снег растаял сразу. Гафи решила побегать с Ночкой. И вот что из этого получилось. Ночка, помоги Гафи вылезти. Ночка, ты Гафи хвостом придавишь. Махаешь тут своим хвостом. Ты чуть Гафи не придавила. Ну как, классный снеговичок? Да. И Гафи понравился. Пойдем домой, это уже холодно. Пойдем пить горячий чай с пирожками. Да. Всем пока!